Юрок в индивидуальной программе. Ladies and gentlemen, you please welcome to the prize giving ceremony of the International All-Round Individual Senior Tournament in Rhythmic Gymnastics. Церемония награждения принимает участие. The prize giving ceremony is taking by. Чемпионка мира и Европы, победительница первых юношеских Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Ольга Ильина. European and world champion. Champion of the first Junior Olympic Games. Ольга Ильина. Чемпионка Европы, победительница Универсиады 2017 года, мастер спорта международного класса Юлия Бравикова. The winner of the World Universiade 2017, European champion Юлия Бравикова. И чемпионка Европы среди юниорок, мастер спорта международного класса Арина Ермолова. The European champion, junior European champion. Арина Ермолова. Итак, бронзовую медалью за третье место в международном турнире среди сеньорок в индивидуальной программе награждается Юлия Евчик, Республика Беларусь. The bronze medal for the third place in International Rhythmic Gymnastics Tournament in Individual Seniors goes to Юлия Евчик, Republic of Belarus. Серебряной медалью за второе место награждается Чисаки Аиба, Япония. The silver medal for the second place goes to Чисаки Аиба, Japan. И победителем международного турнира по художественной гимнастике в индивидуальной программе среди сеньорок становится Марина Лобанова, Россия. And the winner of the International Rhythmic Gymnastic Tournament in Individual Seniors is Marina Lobanova, Russia. Дамы и господа, в честь победителя звучит государственный гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, in honor to the winner, please rise up for the national anthem of Russian Federation.